В зависимости от комплектации автомобиля к некоторым основным функциям AirLink 2 можно перейти, используя кнопки рядом с экраном системы. Это кнопка включения и выключения. Кнопки регулировки уровня громкости. Кнопка возврата на главную страницу. Кнопка быстрого перехода в меню средств помощи водителю. И доступ к настройкам различных дисплеев. Планшета, дисплея на ветровом стекле или щитка приборов.